Чемпионат сельского поселения «Никольское» по футболу существует 3 года. И с каждым отыгранным сезоном он становится все более популярным. В этом году в нем приняли участие не только никольские футболисты. К упорной борьбе за титул чемпиона присоединились команды из других поселений Одинцовского района. В этом году в нашем чемпионате играет также городское поселение Кубинка. Они представлены 3 командами. Сельское поселение Часы. Также играет Захаровское поселение. И в молодежном чемпионате еще играет Тучково. Кроме состава участников, в этом году изменились и правила чемпионата. Те чемпионаты мы проводили по регламенту чемпионатов мира, когда все команды играли в группу, а потом играли на вылет. В этом году спортсмены попросили, чтобы сыграть больше матчей, попросили сделать чемпионат как чемпионат России, чтобы каждая команда сыграла с каждой. И мы пошли им навстречу и сделали просто чемпионат круговой. И в этом году беспрецедентно большое количество матчей сыграно, 66. Администрация никольского поселения к проведению чемпионата отнеслась серьезно. Подготовила площадку, привлекла профессиональных судей из Федерации Московской области. Также предусматриваются средства на форму, на мячи и на то, чтобы были закуплены призы, кубки для награждения победителей. До финала чемпионата дошли команда Шарапова, это победители прошлого года, и команда «Авиатор» из Нового Городка. Несмотря на бурную поддержку болельщиков, «Авиатору» не удалось победить прошлогодних чемпионов. Матч закончился со счетом 7-0 в пользу Шарапова. 1 гол забил Артем Масаян, 2 – Александр Пиллер, а 4 гола принадлежат Александру Шерманкину. За моей спиной победители чемпионата сельского поселения «Никольское» команда Шарапова. Она становится победителем уже 2-й год подряд. И вот капитан... И вот капитан команды Сергей Гуназов. Здравствуйте, Сергей, поздравляем вас с победой. Скажите, пожалуйста, в чем секрет успеха? Как вам удалось победить? Ну, слаженность коллектива, взаимопонимание, целеустремленность. Мы 2-й год чемпионы. Как бы пока равных не видим на турнире. Спасибо организаторам, болельщикам. Будем стараться показывать красивую игру. Чемпионы отметили свою победу и с питьем из кубка шампанского, и кругом почета. Дарья Киреева, Петр Горохов, телекомпания «Одинцово».